Hello. Hello, Vlad. Hello, welcome. Hello, Vanya. Hello. Hello. Hello, Sasha. Sasha, turn on your camera. Sasha, turn on your camera, please. У меня нету камеры, я за компьютером. Okay. Hello, Angelina. Hello. Hello. Розана, hello. Hello. Well, so let's start. How are you today? How are you? Are you okay? Are you fine? Vlad, how are you? I'm fine, thank you. Great to hear that. Розана, how are you? Are you okay? I'm okay. Very good. Ваня Липский, how are you today? Good. Great. So let me start and show you my screen. So today at the lesson, we talk about your favorite walk, your favorite walk. You will be able to make 5 sentences about your walk, use new words, plan and correct grammar. So let's translate today's lesson aim. Давайте попробуем перевести тему нашего сегодняшнего урока. Ребята, для начала давайте с вами поближе положим словарик свой, мы будем с ним работать, и учебник, хорошо? Вспомните, пожалуйста, предыдущую тему и давайте переведем. Саша Ильенко, как ты думаешь, как называется наш урок? My favorite walk. Мой фаворит... Walk – это гулять, прогуливаться. Favorite – любимый. Моя любимая прогулка. Да, сегодня к концу урока, ребята, вы должны будете из 5, то есть уметь составлять предложение о своей любимой прогулке. От 3 до 5 предложений вы должны уметь построить. Использовать новые слова, которые мы выучим сегодня. Использовать план и, конечно же, грамматические верные предложения составлять. Окей, so let's start with a short game. Давайте начнем с небольшого повторения. Brainstorm. Open your dictionaries. Откройте, пожалуйста, свои словарики. Страничка 31 учебника. Для данной игры, ребята, я разделю вас на две группы. Условно разделю. Ваше задание будет назвать как можно больше слов с прошлой темы. На прошлом уроке мы говорили о окружающей природе. Animals, environment. Вы можете назвать слова животных, вы можете назвать слова окружающей среды. Так, ну что ж, давайте посмотрим. К первой группе тогда мы отнесем Розану, Сашу, Ваню Липского. Ко второй группе Влад, Женя и Саша Ильенко. Давайте еще раз повторю. Первая группа Розана, Ваня, Ангелина. Вторая группа Женя, Саша и Влад.
Итак, я буду записывать ваши баллы вот в виде такой небольшой схемы. Вот таким образом. Вы называете слова по очереди. Ну, давайте начнем с первой группы. Какие слова вы помните? Bear, медведь. Окей, okay, very well. Group two, вторая группа. Camel, верблюд. Окей, okay, very well done. Первая группа. Group one. Rabbit, кролик. Окей, okay, very well done. Group two, вторая группа. Женя. Deer. Deer. Газель. Где это? Разве газель у нас была? Ну-ка вспомни. Это олень. Окей, okay, very well. Первая группа. Маус, мышь. Окей. The second, вторая группа. Газель. Окей, okay, very well done. Ребят, ну, давайте с вами вспомним еще несколько слов со страницы 34. Дикая природа. Кто мне назовет слово? Кто вспомнит? Варя, hello. Варя, open your book at page 34. Варя на странице 34 открывает. Сколько был Ларри за контрасайт? Wild life, wild, дикий, life, жизнь, дикая природа, wild life. Хорошо. Еще одно слово, которое я хочу вас спросить, это долина. Помните ли вы это слово? Посмотрите внимательно свои словарики. Вот. Wood – это лес, тоже относится к нашей теме. Forest, еще лес, даже? Valley. Yes, Женя, you are right. Valley, долина, valley. Ну, еще было такое слово, которое мы путали. Это слово живая изгородь. То есть, когда у вас посажены кустики и в виде живой изгороди они. Litter in the bin. Litter in the bin – это мусор. Кто догадался? Влад помнит, Журин? Не помнит. Ангелина? Нет. Саша Ильенко? Keep to the path. Keep to the path. Придерживаться. Придерживаться тропинки. Path – это тропинка. А живая изгородь – это слово hedge. Окей, very well. So now open your dictionaries, please. Ребята, кто еще не успел открыть свои словарики, открываем словари. Я вижу, что к нам сейчас Даша зашла с опозданием. Так, идет Данил Снытин. Я помогу. Так, кто у нас пришел с опозданием, открывает словарик. В словарике повторяет, ищет слова по теме окружающая среда, дикая природа. Wildlife, wood, лес, valley, долина. Path, тропинка, hedge, живая изгородь. Нашли эти слова? Если у вас их нет до сих пор в словарике, я прошу вас записать. Ну а сейчас мы с вами приступаем к изучению новых слов по теме. Часть слов будет в новое, а частично эти слова для вас будут уже знакомы. So open your dictionaries. Еще раз вас попрошу открыть свои словарики. Look and write. Six words. Итак, эти слова я буду дублировать вам в WhatsApp, чтобы вам было видно. А beautiful видно. Тоже прекрасно. Давайте посмотрим, какие слова для вас уже понятны. Beautiful. Amazing. Прекрасный. Fantastic. Фантастически прекрасный. Beautiful. Красивый. Old. Старый. Large – огромный, new – новый и favorite – любимый. Все понятно, говорит Даша. Окей. Now I read and you repeat. Я сейчас тогда произношу эти слова, а вы повторяете за мной хором. Для этого выключаете микрофоны. Окей? So let's start, please. Amazing.
Amazing. Fantastic. Fantastic. Beautiful. Beautiful. Old. Old. Large. Large. New. New. Favorite. Favorite. Окей, very well done. Слова, которые для вас новые, запишите, пожалуйста, словарь. Now you read. Давайте теперь вы почитаете. So, let's start with Даша Рахманова. Read the words, please. Прочитай нам, пожалуйста, слова. Amazing, прекрасный, fantastic, прекрасный, фантастический, beautiful, красивый, old, старый, large, огромный, не в новый, favorite. Немножко, Даша, тебя не слышу. New, новый. New, новый. Okay, very well. Данил Снытин, can you read, please? Прочитай, пожалуйста, Данил. Amazing, fantastic, beautiful, old, large, new, favorite. Okay, Лиза Новикова, your turn. Amazing, прекрасный, fantastic, прекрасный, фантастический, beautiful, красивый, old, старый, large, огромный, new, новый, favorite, любимый. Окей, very well done. Ну, я смотрю, часть ребят уже записала, часть записывает. Тот, кто не дописал, дописывает словарь. Остальные ребята, давайте с вами немножко повторим слова. И вам нужно будет сказать перевод слова по картинке. Итак, начинает у нас Варя. Варя Первутинская, я вижу, она не пишет. Варя, первое слово amazing. Amazing, это какой? Можно, кстати, словарик подсматривать. Влад помогает Варе. Amazing, прекрасный. Проверяем. Верно. Второе слово. Fantastic, fantastic. Ваня Липский попробует перевести. Fantastic, fantastic. Very well done, very good. Следующее слово. Beautiful, Ангелина Косолайте. Beautiful. Красивый. Окей, okay, very well done. Розана, old. Старый. Окей, okay, very good. Сергей, the next one. Large. Large. Огромный. Окей. Okay. Огромный. Yes. Ну и Варя, попробуй слово перевести. New. New. Новый. Yes, yes, you're right. Окей, okay, very well. Ну что ж, ребят, слова мы с вами повторили, то есть изучили. Давайте перейдем теперь к работе с учебником. Open your books, please, at page 39. 39. Open your books at page 39. Данил, какую я попросила открыть страницу? Подскажи, пожалуйста. 39. Окей, okay. So look at the text, please. Посмотрите на страницу 39. Откройте, пожалуйста, рабочую тетрадь. Сейчас словарик не закрывайте. Он нам еще пригодится. Look at the picture and read Kevin's description of his favorite walk. Вы посмотрели на текст и увидели, как Кевин описывает свою любимую прогулку, да, ребята? Скажите, пожалуйста, сколько предложений здесь вы прочитали? Давайте посмотрим визуально. Женя Меркубанов. Сколько Кевин о себе написал предложений? Три. Ну, внимательно посмотри. Задание 1, страница 39. Посмотри, можно? Сколько. Даша, попробуй, 8. Ну подскажи. 8. Да, достаточно много. Но мы сегодня постараемся написать 5 предложений, да, составить 5 предложений о себе. Посмотрите, пожалуйста. Сначала он говорит, где это место находится, не так ли? Первый вопрос звучал так. Where is the wood that Kevin is describing? Где тот лес? Где тот лес, который описывал Кевин? Часть ребят ответила мне очень коротко. Давайте, Данил, попробуем ответить полным предложением. Вот ты начинаешь так. Лес, который Кевин описывает, находится там-то, там-то. Кевин's wood
Можно так сказать? Или... Кевинс Вуд, но тогда это его это лес. Это его лес, да. Тогда давай так. Смотри, ребята, вот когда вы отвечаете на вопрос, вы берете часть вопроса и его используете. Вот смотрите, в вопросе же уже есть часть ответа. Кевин описывает, а потом уже вы ищете в тексте. Давай так, Данил, начнем. А как Кевин описывает? Посмотрите на вопрос. Вопрос у вас под текстом в упражнении 2. Кевин describing. The wood. The wood by the river? Yes, Kevin describes the wood by the river. Что это значит, Данил? Лес, который описывает Кевин, вот великий. Yes, yes, you're right. Very well done. Okay, let's continue. The next question, Даша Рахманова. Можно сразу? Или вопрос надо прочитать тоже? Why is it nice to walk there? Почему там хорошо прогуливаться? It's nice to walk there is in summer because it's cool there from behind the trees. Угу. Ну, есть некоторые ошибки, Даша. Ну, хотя ты отвечала полным предложением. It is cool. Там прохладно. It is cool. Вот здесь вот я не могу подчеркнуть. Поэтому там можно гулять. Да, там прохладно. Вот смотрите, второе предложение. It is cool. И важно, чтобы вы написали слово because. Потому что. Because it is cool. Это правильный ответ. Так, Женя Меркубанов, попробуй третье, пожалуйста, прочитать. Третий вопрос. What types of wildlife? Прочитай еще раз верно. What types of wildlife? Live in the wood. Что такое wildlife? В начале урока мы повторяли. Животные. Какие животные живут там, да? Ну и какой ответ получился? На английском или на русском говорить? На английском. Животные. С переводом можешь а, сказать. А, я не знаю. Ну, давай на русском, на а потом мы переведем. Там кролики, утки и олень. Ну, а ты можешь в текст посмотреть и найти, как это по-английски будет? Посмотри во втором параграфе внимательно. Как будет кролики, утки и олени? Ну, Ваня, помогай. Yes, you're right. Ну и последний вопрос. How can you get home from the wood? Как можно было из этого леса выбраться? Да, самый последний ответ. Хорошо. Ну что ж, мы с вами проработали текст Кевина. Давайте сейчас поработаем над составлением своего текста. Смотрите, пожалуйста, на страницу 39, задание под номером 7. Кто у нас еще сегодня не читал? My favorite place walk it's got Ну, Саша сразу начал с чтения, подсказок, да, это небольшой план, а в задании написано «Write a description of your favorite place». Вам нужно написать описание своего любимого места, может быть, это тоже какой-то лес или парк. Действительно, Саша, в первом предложении написано «My favorite place is». Как это мы переведем, ребята? Можно? Даша, подскажи, пожалуйста. Мое красивое место – это... Мое любимое место, да? Хорошо, Саша, что во втором написано? Прочитай, пожалуйста. It's got. Что там есть? То есть, что, может быть, там есть деревья. It got trees. Может быть, там есть дорожка. It got paths. Долина, цветы и так далее. There are. Это тоже что-то там есть. Вы можете перечислить, ну, допустим, так же, как и Кевин в своем рассказе, животных, которые там живут. Кролики, rabbits, mouse и так далее. There is also, это значит, еще там есть, и тоже перечисление. Ну и последнее, next to it, что находится поблизости. Ну, например, Кевин говорил о реке поблизости к этому лесу. There is a river. Хорошо. Open your copy books. Откройте тетрадки, ребята. В рабочих тетрадях запишите число. What's the date today? Розана, какое сегодня число? What's the date today? Сегодня 26. So let's write 26th of the
of November. Oh. Yes, November. My favorite place is так. Ну, ребят, давайте немножко подумаем вместе, что мы можем здесь написать. Данил, do you have any ideas? Есть ли у тебя какие-то идеи? Что можно написать в первом предложении о своей любимой прогулке? Извините, а как можно сказать небольшой? Небольшой? Ну, давайте вернемся тогда к нашим новым словам. Как будет большой, огромный? Large. Large. Перед этим словом вы добавляете частицу not, отрицательную. Что получится, значит? Not large. Not large, not big, небольшой. Так, ну вы уже начали писать, да, я вижу, ребята. Хорошо, my favorite place is not big forest, так, к примеру, я так скажу. Или я вам пример приведу как парк. My favorite place is not big forest or park. В смысле, я и так написала. Уже написала, Даша, что ты написала во втором? Подскажи нам, пожалуйста. А что я только первое написала. Что там может быть? There are. Там сейчас. It's got а как деревья? Я забыла. Trees. Давайте скажем it's got зеленые деревья. Или большие деревья. Green trees. Давай скажем фантастические цветы. Посмотрите словарик. Сейчас. Flowers, да? Хорошо. Давайте животных назовем. Ваня, каких животных мы можем в этом лесу назвать, в этом парке, может быть? Давай мелких назовем. Мышки, кролики. Сейчас. Ну, животных несколько назови. Ну, вспоминай, вспоминай. Майс. Ага. Майс. Можно мне? Женя, подсказывай. Инсект. Инсекты это что? Кто такие? Инсекты это насекомые. Отлично. Так, раз, два, три предложения составили. Хорошо, ребята, у нас с вами осталось еще два предложения дописать. Вы допишете их самостоятельно по плану. Обращайте внимание на правильную грамматическую структуру и не забывайте использовать новые слова. Beautiful – красивый, fantastic – фантастический. Те, которые вы, возможно, уже знаете. Хорошо? Ваше задание будет оценено в 10 баллов. Вы знаете, 9-10 – это отлично будет, 7-8 – хорошо, 6-5 – удовлетворительно. Ну и уже, я думаю, что на плохо никто не справится. По критериям я еще раз подсказываю вам, предложений должно быть как минимум 5. Новые слова, грамматика, ну и используйте план. Давайте немножко вернемся теперь к началу нашего урока. Давайте подведем небольшой итог. Влад, что мы сегодня успели за урок сделать? Скажи, пожалуйста. Можно мне? Давай, Женя. Выучили новые слова, научились составлять предложения с новыми словами. Угу, хорошо. Сергей, что успел за урок сделать? Сейчас. Я составил предложение и узнал новые слова. Favorite. Так, фантастик. Сейчас. Так, new, large, beautiful,
Amazing. Ну, на уроке достаточно хорошо, вы сегодня активно работали, я вижу, все работают с учебником, молодцы. Ну и давайте сейчас я вас быстренько спрошу, Розана здесь? Are you here? Yes. Mm-hmm. Так, Артур отсутствует, Влад Журин? Yes. I'm here, yes. Так, Ангелина, Саша Ильенко, Ирина Исакова, no. Липский, Ваня, Женя, Сергей, Лиза Перутинская, Варвара, Даша, Илья, absent, окей. Так, ребята, есть ли у вас вопросы по уроку? No. Нет. В уроке мы с вами продолжим повторение. У нас заканчивается уже третий раздел. So the lesson is over. Goodbye. See you next Thursday. Завтра работайте самостоятельно. Bye.